Доброе время суток, друзья! В этом видео мы поговорим об отображаемом на экране игрока тексте. Начнем с простого – Entity Henry Hat High. С ее помощью можно отображать текст-подсказку в стилизированном окошке. Entity имеет всего две переменных – имя и текст. Время показа текста можно регулировать через input-команды Show Hat High и Hide Hat High. В графе «Текст» можно вписать только что придуманный текст и только на англоязычной раскладке. Но если вы хотите текст на родном языке, то переходите по адресу на вашем экране. В папке Research хранится файл ep2russian.txt. Открыв его, вы можете взять заготовленный шаблон, либо написать его самим, а дальше дописать текст на русском языке. Вот так. После чего копируйте шаблон и тестируйте карту. Усложним задачу. Если мы хотим указать размер текста, его положение на экране и цвет, то незаменимым вариантом будет Entity Game Text. Графа Message Text работает по тому же принципу, что и Henry Hat High. X и Y отвечают за положение текста. Значение -1 равняется центру экрана. Text Effect позволяет выбрать шаблон появления текста. Color 1 и Color 2 – это цвет текста при полном отображении и затенении. Fade in Time – продолжительность появления текста в секундах. Fade Out Time – продолжительность исчезновения текста. Hold Time – общая продолжительность показа текста на экране. Scan Time – задержка между прорисовкой букв сообщения, если включен эффект Scan Out. Text Channel – номер слоя текста, если на экране может одновременно отображаться несколько разных сообщений. Включается отображение текста через input-команду Display. На этом сегодня все. Приятных экспериментов! Buen suerte.